În jur de 200 de tineri, studenți și elevi de la diferite licee din capitală au venit să asiste la prezentarea proiectului Eu sunt voluntar, lansat de organizația Tinerii Iubesc Moldova. Potrivit organizatorilor, acest proiect va dura jumătate de an și va fi axat pe mai multe direcții și activități. Основные направления проекта – это социальная работа с детьми, социальная работа с пожилыми людьми, организация благотворительных акций по сбору средств для людей, которые нуждаются в операциях, лечении срочном. Conform președintelui organizației, proiectul de asemenea va include și activități de reamenajare a teritoriului, cât și lucrul cu animalele fără adăpost. Этот проект рассчитан на то, чтобы сделать нашу страну, наш город немного лучше. Вместе мы это можем сделать с этой активной молодежью, которая здесь присутствует. Стариками никто не занимается. И ввиду того, что сейчас у пожилых людей низкие пенсии, им приходится зарабатывать своим трудом, выходя на улицы, продавая какие-то вещи. Наше направление будет нацелено на то, чтобы помочь им в их обеспечении. Мы будем приносить им какие-то продукты, мы будем помогать им в уборке по дому, мы будем ходить в магазин, если им это нужно. În susținerea persoanelor diagnosticate cu boli grave vor fi organizate concerte de caritate. Vor fi sau copii sau chiar adulți care au stare de sănătate gravă, au nevoie de bani, de susținere financiară pentru niște operații scumpe. Noi vom colecta bani prin intermediul concertelor. Tinerii entuziasmați și plini de idei inovatoare au venit pentru a se implica în proiect și a deveni voluntari. Deci aștept multe emoții pozitive neapărat. Aș dori să fac și eu bine. Я бы просто хотел посмотреть, как это, помогать другим людям, посмотреть, мое ли это. Потому что я считаю, что в жизни нужно все попробовать, все направления. И вот если есть возможность, то я вот хочу испробовать давать как бы добро другим людям. Ну, я пришла с лицея дачи. Люблю очень дарить добро другим людям, настроение, чтобы у каждого было все хорошо. Tinerii afirmă că datoria fiecărui cetățean este să-i ajute pe cei din jur. Дарить добро, приносить пользу обществу. Помощь детям, мне ближе. Общаться с детьми, помогать им. Добиваться мира во всем мире и делать что-то для других, сделать наш мир как-то лучше. Мне кажется, то, что помогать людям, это священный долг каждого из нас, особенно священный долг молодежи. Город у нас грязный остается, дети, сироты, сидят одни, к ним никто не подходит, ими никто не занимается. Одинокие старики проводят свою старость в полном бездействии, в полном одиночестве, в болезнях. И мы, молодое поколение, мы можем это изменить. Регистрируйся и участвуй в проекте «Я волонтер».